Глава Красноярского дилерского центра «Крепость» Александр Кангун рассказал подробности конфликта с «Тойотой». Он утверждает, что зимой этого года «Крепость» попыталась продлить договор и предложила два пути решения проблемы с автомобилями. В обоих случаях клиенты почти сразу получили бы свои машины. Однако «Тойота» выбрала третий вариант, где получить авто клиентам удастся только через суд. Более того, компания перестала отвечать на звонки и электронные письма. Ответили только к середине апреля. Контракт не продлен. Кроме того, «Тойота» разрывает контракт с еще одним красноярским дилерским центром Toyota Center Красноярск-Запад, который должен был работать до следующего года. Попытки договориться федеральная компания снова проигнорировала. Глава «Крепости» направил жалобу на действия Toyota Motor в московское УФАС, а также подал заявление в красноярскую полицию. От МВД Кангун хочет добиться проведения проверки в отношении топ-менеджеров Toyota. Также напомним, на самого Александра Кангуна завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Теперь новый дилер Toyota в Красноярске – компания «Медведь Холдинг».